Всем привет! Сегодня мы наконец готовы вам представить большое сравнение четырех смартфонов. Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy Note 20 Ultra и неожиданно в этой четверке еще есть iPhone 12 Pro Max. Мы сравним их в нашем любимом и вашем любимом формате: сравнение дисплеев, производительности, камер и автономности. А ссылки на смартфоны, как всегда, находятся в описании. Там же будут ссылки на все оригиналы фотографий со сравнений камер. Ну, давайте начинать. Поехали! А начнем мы с дисплеев. Перед вами таблица с ключевыми характеристиками дисплеев. Если не принимать во внимание диагональ, которая не может быть лучше, если больше, а судить по совокупности характеристик, S21 Ultra выглядит тут в выигрышном свете. Большое разрешение, такое же, как у S20 Ultra. Самая большая плотность пикселей среди этих смартфонов. Только у него поддержка 120 Гц на максимальном разрешении, а также максимальная яркость, такая как у Note 20 Ultra. На практике так оно и есть, ведь действительно в 2021 году выпускать смартфон-флагман с герцовкой 60 Гц, ну типа позиция Apple мне непонятна на данный момент вообще. Хотя мне и нравится, как работает дисплей на iPhone 12 Pro Max. А вот у S21 Ultra прям какой-то комбо-набор. И высокая развертка, и самое высокое разрешение, и самая высокая плотность пикселей. В общем, комбо. Дальше у нас производительность. Для начала мы вспомним характеристики, а потом проведем ряд тестов. Перед вами таблица со всеми ключевыми характеристиками. Хочу отметить, что S21 Ultra — первый смартфон Samsung на новом 5-нанометровом процессоре Exynos 2100. И впервые для Samsung есть комплектация с 16 гигабайтами оперативной памяти при условии покупки версии на 512 гигабайт постоянного накопителя. Также стоит отметить, что S21 Ultra — первый смартфон из флагманской линейки, у которого нет поддержки карт памяти, но меня, честно говоря, этот факт абсолютно не смущает. А давайте теперь взглянем на результаты тестов. Мы выбрали те бенчмарки, которые сквозные есть на iOS и на Android, поэтому мы сможем посмотреть и прирост производительности S21 Ultra по отношению к предыдущим прошлогодним моделям, так и посмотрим, что же показала Samsung в ответ на A14 Bionic Apple. Начали мы, как всегда, с Geekbench 5. Одноядерный тест. Самый низкий результат — Galaxy S20. Затем идет Note 20, затем S21 и максимальный балл iPhone 12 Pro Max. Мультикор тест. Note 20, S20, S21 и 12 Pro Max. Compute тест. Note 20 опять самый низкий результат, потом S20, хороший прирост у S21 и впереди опять 12 Pro Max. Далее у нас 3D Mark. Напоминаю, это визуальный 3D тест, который сложно назвать синтетическим, потому что в нем визуально и статистически отображается значение FPS, а также есть возможность замерить процент тротлинга. Для начала классический 3D Mark Wildlife. Самый слабый результат у S20 Ultra, затем идет Note 20 Ultra, далее S21 Ultra и с наивысшим результатом заканчивает iPhone 12 Pro Max. Средние значения FPS подтверждают все баллы. S21 Ultra действительно стал быстрее предшественников, однако в сравнении с 12 Pro Max он позади. Дальше у нас стресс-тест от 3D Mark. Для измерения понижения производительности он автоматически проводит предыдущий тест 20 раз подряд и выводит результаты в процентах устойчивости, которые говорят нам о проценте сохранения мощности при нагреве. Как видим из результатов, самый слабый в этой четверке оказался Note 20 Ultra. Его худший результат был равен 37,3% от лучшего результата. На втором месте S20 Ultra с примерно таким же показателем. Далее у нас S21 Ultra с на порядок более высоким значением стрессоустойчивости, который составляет 61,1%. Ну и лучший результат, правда, с небольшим отрывом у iPhone 12 Pro Max. Меня действительно радует, насколько лучше начал работать Exynos 2100 по сравнению с предыдущей версией процессора 990. Но все-таки жаль, что он не добрался до мощности A14 Bionic. Дальше мы посмотрим на камеры. Их тут везде очень много, так что садитесь поудобнее. И напоминаю,
Напоминаю, сравнение камер полно субъективного мнения, но я постараюсь оперировать фактами. И помните, оригиналы в описании. Начинаем с дневных фотографий на основную камеру. Мрачнейшая погода, ну такой уж февраль в Одессе. Если посмотреть на эту фотографию без увеличений, вот так вот, в целом, так сказать, то я хочу сказать, что уже даже между конкурирующими брендами разница в съемке дико стремится к нулю. Мне действительно нравятся все эти кадры, и разницу мы можем увидеть только при ближайшем рассмотрении. А этим мы сейчас и займемся. Увеличение примерно в 5 раз. Вот тут уже видна разница между поколениями Galaxy. S21 Ultra действительно дает более детализированную картинку. А если сравнить с iPhone, то она тоже более детализированная, хотя, на мой взгляд, это достигается путем более высокого контраста. Снимок на iPhone выглядит более отретушированным, сглаженным, а S21 Ultra более грубым. Но на 21 Ultra в целом результат лучше. Еще один дневной снимок. Материи становятся все тоньше, давайте сразу приближать в 5 раз. Однозначно на S21 Ultra лучший кадр. Больше деталей, больше резкости и особенно заметно по скамейке, да и по траве за ней. iPhone, к слову, тут просто уничтожил газон, заблюрив его. Да и плитка на фото S21 Ultra вышла лучше всего. Тот же кадр, но другой участок. Ну, чтобы вы понимали, что такая ситуация по всей области снимка. Но вот излишний контраст S21 Ultra тут не так хорошо передал фактуру дерева, которая на S20 Ultra выглядит лучше. Это, кстати, единичный случай, когда в чем-то S20 Ultra был лучше в съемке других тестируемых сегодня смартфонов. Не думал, что скажу это, но вот тут мне в целом больше нравится, как вышли фотографии на Samsung, чем на iPhone. Особенно заметно на гравии. Давайте глянем ближе. При таком увеличении видно отставание S20 Ultra и Note 20 Ultra. А вот снимки с S21 Ultra и iPhone 12 Pro Max, ну, очень схожи. Честно говоря, такой маленькой разницы у меня в обзорах еще никогда не было. Хотя, повторюсь, при общем взгляде мне точно больше нравится S21 Ultra. Последний дневной кадр. Давайте сразу приближать в 5x. История повторяется. Лучшая резкость и детализация на S21 Ultra. Думаю, что на этом по дневным кадрам на основную камеру можно не продолжать. И так все понятно. S21 Ultra в этой четверке лучший в этом режиме. В любой области кадра. Широкоугольная камера. Хочу отметить, что iPhone 12 Pro Max как-то удалось разглядеть фактурные облака, которые на самом-то деле были достаточно сильно затянуты туманом. По правому кадру даже и не скажешь, что был туман. С приближением мне тоже больше всего нравится, как получилось на iPhone. Хоть на его кадре больше всего шума, зато нет излишнего контраста и видны детали. Фотография более резкая. Еще один ширик. Тут уже все телефоны увидели облака, но в целом небо лучше всего тоже на iPhone. Думаю, с приближением мы тоже можем утвердительно сказать, что лучшая широкоугольная камера среди этой четверки на iPhone 12 Pro Max. Да, она шумнее, но это заметно только в 5x приближении. А резкость выше, и это однозначно. Селфи. Сразу хвалю все Samsung за очень крутой HDR на селфи-камере. Причем круто то, что он так классно отрабатывает на всех смартфонах компании, даже бюджетных. И это я каждый раз говорю во всех обзорах Samsung. А вот приближение. S20 Ultra и Note 20 Ultra точно хуже. А вот Samsung и iPhone очень рядом. Однозначно лучше волосы вышли на 12 Pro Max. Однако кожа и задний план уже не такая разница. Но так как мы сравниваем общее впечатление, и вот как раз общее впечатление важнее, то в селфи-режиме тоже отдаю предпочтение iPhone 12 Pro Max. Портрет. Снимал я с одной точки, но у всех Samsung приближение для портретного режима 2x, а у iPhone 2.5x, поэтому фотография справа крупнее первоначально. В целом она мне и нравится больше всего. Цвета, эффект малой глубины резкости — круто. Да и с приближением все подтверждается. Прошлогодние Samsung очень грубо отделяют объект от фона, сильно чувствуется программный эффект. На S21 Ultra это происходит лучше, но все равно не так, как на iPhone. А все потому, что лидар. Он точно понимает глубину по точкам и делает это максимально круто. Ну и теперь начинается прожарка S21 всех смартфонов. Это зум-режим. Вот это референсная фотография на ультраширик. Это 1x, стандартный формат работы камер на всех смартфонах. Из-за того, что не у всех тестируемых одинаковые оптические приближения, немного разный зум, но тем не менее мы видим возможности. Думаю, так правильно сравнивать. Двукратное приближение на всех Samsung и 2.5x у iPhone.
Пока везде хорошо. Четырехкратное приближение. На S21 немного смазался газон, однако центральная часть отлично. S20 тоже отлично. У Note 20 Ultra мыльная фотография. У iPhone все еще неплохо. Десятикратное приближение. Я уже вижу, и вы наверняка тоже, что S21 уже намного резче остальных смартфонов. И скажу я вам по опыту использования этого телефона, 10X это очень даже рабочий зум на нем. Тридцатикратное приближение на всех Samsung. iPhone больше уже не приближает, поэтому остается на 10X. Вот и началось унижение всех смартфонов силами Galaxy S21 Ultra. Напоминаю, у S20 Ultra такая же перископическая система. Но насколько они прокачали такое большое приближение? Потрясающе, правда. Ну и финалочка. 100X. Это просто нереально. Напоминаю расстояние. Вот это 1X фото. А вот это 100X. Да, фото с S21 Ultra не выложить в Instagram как художественный кадр, но возможность что-либо снять с такого удаления, причем читабельно снять с такого удаления, это восторг. Очень жирно, очень прокачали, мне нравится. Давайте теперь перейдем к ночным фотографиям, именно в ночном режиме. В целом все смартфоны дали нам хорошие кадры, и без пристального взгляда с приближением мы не разберемся, кто лучше. Ух, сложно. Давайте сразу убираем S20, картинка явно менее резкая, чем на остальных смартфонах. А вот оставшиеся три варианта сложно. Мне нравится, как получилась плитка на S21, мне нравится, как получилось дерево на S21, и мне нравится, как получилось небо на S21. Но вот колоннада, несмотря на большой шум, более детализированная на 12 Pro Max. У Note 20 результат почти такой же, как у S21, но небо явно более шумное. Давайте смотреть еще примеры. Вот тут уже немного очевиднее. Давайте сразу приблизим. Думаю, тут даже много говорить не нужно. На фотографии 12 Pro Max лучшая детализация, хоть и есть шум. Но вот только на общем взгляде он не бросается в глаза, а отсутствие резкости на всех Samsung сразу видна. Еще один пример, давайте тоже сразу в 5X приближение делать. Фото на 12 Pro Max светлее, резче и не с завышенным контрастом. Хотя на всех Samsung тоже очень достойный результат. Ну и последнее фото в авторежиме при плохом освещении. Я уже сразу без приближения вижу, что у iPhone лучше получилось передать текстуру пола, хотя объективно видно, что снимок более шумный. Что и требовалось доказать. На самой правой фотке деталей больше, но и шума больше. Если вам это не нравится, то тогда вам понравится результат Galaxy S21 Ultra, который очень хорошо справился с шумоподавлением.
Для теста автономности мы использовали очень классное и удобное для нас приложение, которое называется Battery Benchmark. Оно симулирует различные повседневные задачи и загружает телефон максимально долго, пока он полностью не разрядится. К сожалению, этот тест доступен только на Android-телефонах, поэтому iPhone в этом тесте не будет. Но мы уже делали тест разрядки iPhone в других видео, поэтому если вас в этом видео больше всего интересует iPhone, то можете посмотреть сравнение 12 Pro Max и 11 Pro Max. Там мы это делали. Ожидаемо самый низкий результат показал Note 20 Ultra, так как у него самая маленькая батарея 4500 мАч. А вот результаты S21 Ultra впечатляющие в сравнении с S20 Ultra. Разница почти в 2 часа, которая получилась благодаря использованию более энергоэффективного 5-нанометрового процессора. В наших сравнениях мы никогда не выделяем какой-то смартфон как победителя, потому что это будет субъективно. Почему субъективно? Объясняю. У каждого свои запросы. Кто-то смотрит, где лучше камера, кто-то смотрит, где лучше дисплей, где он больше, где есть S Pen, например, кому-то нужен стилус, где лучше автономность и так далее. А так как решили мы заснять это видео именно по причине выхода Galaxy S21 Ultra, то хочу все-таки пару слов сказать о нем. Он на порядок лучше предыдущих моделей, и больше всего, что меня порадовало, это меньше тротлинг и намного большая автономность в сравнении с смартфонами на Exynos 990. То есть то, что Samsung нам говорил на презентации про Exynos 21.00, все подтверждается. Меньше тротлинг, большая производительность и большая автономность. Меня это очень радует. Мы, кстати говоря, снимали полный обзор на этот смартфон. Он где-то будет вот тут в подсказочке. Если вас интересует этот смартфон и вы не смотрели еще, обязательно посмотрите. А еще я хочу услышать от вас в комментариях, какой смартфон из этих четырех вам понравился больше всего и какой бы выбрали бы вы. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Мы стараемся ради вас, поэтому если понравилось, обязательно поставьте лайк. Если не подписаны, подпишитесь на канал. Обзоры в таком формате у нас выходят достаточно часто. Такие вот большие сравнения, которые мы очень любим делать. Всем спасибо за внимание, хорошего дня и яркого настроения. Пока!